Прошедшая неделя была короткой, предпраздничной, не содержала много громких событий, однако мы смогли найти какое-то количество новостей, которые, возможно, заинтересуют наших зрителей. Многие из этих новостей касаются непосредственно города Уфы, но некоторые касаются и республики в целом. Традиционно начнем с обзора ситуации вокруг пандемии COVID-19. К концу недели количество заболевших в республике составило 4348 человек, из них 1759 уже выздоровело. Количество погибших от этого заболевания так и составляет 18 человек по данным Минздрава. Эта цифра не меняется уже полтора месяца и, конечно же, не вызывает никакого доверия. Существенное возмущение вызвало очередное заявление министра здравоохранения о том, что все компенсационные и стимулирующие выплаты в отношении медиков были сделаны. На самом деле, судя по всему, это не так, потому что мы получили массу писем о том, что в конкретных лечебных заведениях не выплачены компенсации. Вот у нас есть данные конкретных медицинских работников, например, больницы номер 5 ковид-госпиталя, где за 115 часов работы в красной зоне медики не получили никаких компенсаций. У нас есть тревожные сообщения из Белебеевской районной больницы, а примерно о той же самой ситуации еще из нескольких медицинских учреждений. Вообще вот это вот откровенное наглое вранье в глаза и в камеру, конечно, все сильнее и сильнее раздражает медицинское сообщество. Общая ситуация в медицинских учреждениях, конечно, не может не беспокоить нас. На прошедшей неделе интернет и на нашу почту облетела масса видеороликов из онкодиспансера в Уфе, где четко и конкретно видно просто столпотворение людей в коридорах в процессе сдачи анализов, причем не только на COVID-19, но и текущих анализов по различным заболеваниям. Никакой речи не идет ни о социальной дистанции, ни о обязательном ношении масок. В общем, на этих кадрах все абсолютно конкретно видно. На прошедшей неделе Роспотребнадзор завершил служебное расследование в отношении ситуации в РКБ имени Куватова, той самой вспышки COVID-19 и всей вот этой скандальной истории с госпожой Сыртлановой. Честно говоря, то, что вышло в итоге у Роспотребнадзора, не может не вызвать ничего, кроме недоумения. Сформулировано решение и выводы по поводу вот этого расследования, конечно, очень странным образом. Роспотребнадзор обвинил больницу в целом и главного эпидемиолога больницы вот в распространении заболевания. Роспотребнадзор констатирует, что заболевание начало распространяться внутри медицинского учреждения в феврале-марте. И при этом Роспотребнадзор никоим образом не упоминает как виноватую сторону саму госпожу Сыртланову. В итоге всего этого данные и материалы вот этого расследования переданы в правоохранительные органы. Несмотря на то, что складывается впечатление, что госпожу Сыртланову все-таки старательно и окончательно отмазали, остается надежда на то, что прокуратура, Следственный комитет в состоянии интерпретировать события в РКБ имени Куватова правильным образом и найти конкретных виновных, а не наказывать стрелочников, либо штрафовать больницу в целом. Примечательно, что Роспотребнадзор в своем заключении указывает на то, что 50% умерших от COVID-19 в Республике Башкортостан, по крайней мере, по официальным данным Минздрава, так вот эти 50% приходятся именно на РКБ имени Куватова. Внезапно и снова на всю республику прогремела Оксана Савченко. Депутат Госсобрания от «Единой России», многократная паралимпийская чемпионка Оксана Савченко дважды отметилась в новостных лентах на прошедшей неделе. Вначале случился конфликт с сотрудником ГИБДД в районе Конгресс-холла, и заключался он в том, что в результате провала грунта на определенном направлении было перекрыто движение автомобилей, но Оксане Савченко нужно было попасть там с тыльного входа в гостиницу «Хилтон», и, сцепившись с сотрудником ГИБДД, случился там у них скандал. Довольно-таки неоднозначная на самом деле история вот эта с этим конфликтом. С одной стороны, сотрудник ГИБДД действительно был вправе ограничить движение и
препятствовать тому, чтобы люди ехали в опасном направлении, там, не дай бог, кто-нибудь провалится в эту яму. С другой стороны, наверное, был недопустим тот тон и те выражения, которые он использовал. В общем, на самом деле, это, конечно, большая ошибка со стороны вот этого то ли лейтенанта, то ли сержанта излагать свои мысли вот подобным образом. Но и Оксана, конечно, проявила, на мой взгляд, недопустимую настойчивость и некоторую глумливость, которая, в общем-то, в конце концов и вылилась вот в иллюстрации этого всего конфликта. Безусловно, конечно, нельзя иронизировать по поводу инвалидов, это я имею в виду в отношении сотрудника ГИБДД, но и вот настолько демонстративно эксплуатировать свои депутатские возможности тоже, наверное, было напрасным занятием. Но значительно интереснее вторая история, которая приключилась с госпожой Савченко на прошедшей неделе. Я имею в виду то, что Оксана Савченко обратилась в прокуратуру с требованием проверить действия клуба «Салават Юлаев», хоккейного клуба «Салават Юлаев», на предмет проведения незаконных тренировок для детей 2009 года рождения в период пандемии, период запрета на всевозможные действия с там, спортивными организациями, спортивными объектами и спортивными секциями. Оксана Савченко утверждает, что, несмотря на запрет, клуб «Салават Юлаев» проводил платные тренировки для детей рождения 2009 года по хоккею. Примечательно, что в группу занимавшихся детей, о которых говорит Оксана Савченко, входит сын известного хоккейного фаната и крупного башкирского чиновника Рената Баширова, который, как известно, является неофициальным покровителем клуба «Салават Юлаев» и сам активно играет в хоккей, в любительский хоккей. Так вот, складывается впечатление, и можно предположить о том, что именно Ренат Баширов был неким покровителем и крышей вот этого незаконного процесса, неразрешенных тренировок и так далее. Но, надеюсь, прокуратура разберется, выявит наличие отсутствия фактов этих тренировок, хотя негласно и неофициально родители некоторых детей, которые там занимаются, мне уже подтвердили факт того, что эти тренировки были именно в этот период. Не знаю, можно ли доказать, что это там несло угрозу детям. Дай бог, чтобы никто из них, из тренировавшихся, не заболел и не распространил эту инфекцию. Но, тем не менее, этот факт, конечно, нужно проверить. Так получается, что после каждого обзора оперативного совещания, которое у нас проходит во вторник, мы получаем довольно большое количество опровержений того, что говорят на этих оперативках министры. Ну, честно говоря, это становится уже смешно. Неужели вот эти люди, которые у нас сидят в правительстве, они предполагают или полагают, что можно так нагло обманывать, причем обманывать в открытом эфире, и это никак не выяснится? Я говорю о том, что в очередной раз на предыдущей оперативке господин Беляев, возглавляющий блок ЖКХ в нашем правительстве, заявил о том, что никаких серьезных аварий в области ЖКХ на прошедшей неделе не произошло, все благополучно и бла-бла-бла. Так вот, сразу же в ответ на обзор на эту тему нам прислали факты о том, что непосредственно в родном городе господина Беляева, в городе Кумертау, в ночь с 7 на 8 июня произошла крупная коммунальная авария. Лопнул канализационный коллектор, несколько жилых домов затоплено, простите, фекалиями. И, в общем, ну, не заметить подобную крупную аварию, которая продолжалась несколько дней и весьма неспешно ликвидировалась местными властями, конечно, было нельзя. Так вот, встает вопрос, либо нужно прекратить эти бодрые доклады и просто не упоминать об авариях и каких-то проблемах в ЖКХ, либо нужно давать информацию объективную. Удивляет также и реакция самого Хабирова, которого из раза в раз обманывают, потому что вот ситуация с коммунальными авариями, она вот повторилась 2 недели подряд. До этого была крупная авария на Ленина, когда около 4000 человек осталось без воды, и Беляев не упомянул о ней, заявляя, что никаких аварий не случилось. И тут, конечно, вопросов много. Либо он действительно совсем не понимает, что происходит, и анализ наличия отсутствия аварии производит по состоянию собственного крана с водой в кабинете, либо он намеренно обманывает руководство республики. Сегодня у нас целый блок новостей и событий, посвященных городу Уфе. Прошло почти 1,5 года, как у нас новый мэр Ульфат Мустафин.
И, в общем-то, уже можно, конечно, делать некоторые выводы. К сожалению, эти выводы печальные. Складывается ощущение того, что команда Ульфата Мустафина не то чтобы неэффективна, а даже не способна решать некоторые вопросы, потому что практически по всем направлениям деятельности, непосредственной деятельности мэрии, мы наблюдаем либо упадок, либо какие-то кризисы. Например, создается достаточно сложная, если не сказать, что опасная ситуация в области финансов города. На прошедшей неделе стало известно, что банк «Дом РФ» выдвинул требования через суд к мэрии Уфы на сумму 388 миллионов рублей, которые ненадлежащим образом возвращаются банку в качестве полученного ранее кредита. При этом совсем недавно еще Ульфат Мустафин заверял руководство республики в том, что финансовое положение города Уфы выправляется, что кредиторская задолженность снижается и так далее, и так далее. Что это такое? Либо это недостоверная информация, которая подается в открытое пространство и руководству республики, либо ситуация начала, вопреки заверениям Ульфата Мустафина, ухудшаться. Еще одна тревожная ситуация в городе Уфе – ситуация вокруг жилищно-коммунальных услуг. Помимо того, что качество их категорически не улучшается, а стоимость регулярно растет, мы наблюдаем еще и всевозможные аномальные явления. Я говорю о том, что на прошедшей неделе и предшествующий период жители Уфы получили требование оплатить поставку тепла в их дома за май месяц, за различные количество дней в этом мае. Кому-то это прошла неделя, кому-то пришло две недели, кому-то пять дней. Тем не менее, все получили существенные счета за тепловую энергию в мае. И это при том, что официально отопительный сезон закончился 13 апреля. Это все, конечно, бурно обсуждалось, это никак не упоминалось господином Беляевым, но, тем не менее, остаться это, ну, без разрешения эта проблема никак не может. Так вот, на прошедшей неделе вышло совершенно смехотворное объяснение со стороны энергетических властей города, я имею в виду БашРТС, о том, что, оказывается, любая система имеет инерцию. Вот обратите на это внимание. И инерция эта составляет от нескольких часов до нескольких дней. То есть получается так, что мы это должны понимать следующим образом. Существует некая инерция системы, и они просто не успели отключить отопление в домах. А вот потому что они его не успели отключить, мы теперь за это заплатим. Согласитесь, это весьма абсурдная логика, и в итоге последствия всей этой странной истории в любом случае ложатся на плечи горожан. Так вот, ну, мне кажется, что эту инерцию нужно включить и жителям Уфы. И инерция эта может распространиться, например, на динамику оплаты коммунальных услуг. 2-3 месяца без коммунальных платежей, наверное, очень быстро бы и эффективно отрезвили вот эту вот абсолютно запутавшуюся в своем вранье жилищно-коммунальную систему города Уфы. Если жители консолидированно примут такое решение, я имею в виду саботировать коммунальные платежи на месяц или два, причем коллективно и массово, вот тогда это даст серьезный эффект и, наверное, что-то сдвинет в области вот этого жилищно-коммунального бардака, который у нас разворачивается в городе Уфе. Драматически развиваются события в Уфе и в области строительства. Понятно, что Уфа самый лакомый кусок в республике, что самое дорогое и самое рентабельное жилье строится в Уфе. Но, однако, абсурд и безобразие, которые творятся в этой области, уже, конечно, перешли все мыслимые и немыслимые пределы. И в данном случае я говорю о ситуации вокруг строительства на улице Шата-Руставели около дома номер 5. Напоминаю, что несколько недель жители этого дома ведут неравную борьбу с мэрией Уфы и застройщиком. Они предполагают, что дом по Шата-Руставели номер 5 рассыпается и разваливается в результате попытки строительства в непосредственной близости от него, в 10 метрах от этого дома, огромного 34-этажного здания, которое вознамерился возвести господин Носков, депутат городского совета и компаньон депутата госсобрания Филиппова. На прошедшей неделе жители этого несчастного дома записали видеообращение к мэру Уфы. Причем видеообращение с требованием встретиться и начать решать эту проблему. Много-много тысяч человек посмотрело в интернете это видеообращение. Не могло оно дойти до господина Мустафина, это точно. 100% и он, и его окружение знали о существовании этого обращения. Хотя бы потому, что даже на моей странице ВКонтакте больше 7 тысяч человек посмотрело это обращение.
Однако господин Мустафин не удосужился встретиться с жильцами дома по Шатару Ставели номер 5. Он вообще не склонен к каким-то более или менее периодическим или частым контактам с населением. И вместо себя послал какую-то непонятную, невнятную комиссию, которая то ли уже что-то обследовала, то ли собирается только вот-вот чего-то там обследовать. Причем звучало это весьма невнятно. Однако общая канва, в которой движутся городские власти и вот эти все комиссии, это такая конструкция. Носков ни в чем не виноват и вообще не может быть ни в чем виноват. Виновато во всем какое-то там предыдущее время и какие-то там мифологические строители из 70-х, 80-х годов, которые как будто бы что-то неправильно сделали в этом доме по Шатару Ставели номер 5. И теперь он разваливается по причинам, никак не связанным с деятельностью господина Носкова. Не, ну кто бы сомневался, что Носков вообще в принципе абсолютно безгрешен, потому что вот эта конструкция из двух депутатов, депутата горсовета и депутата госсобрания, в качестве учредителей и владельцев вот этой строительной компании ПСК-6, конечно же, абсолютно безгрешная конструкция. У них оформлены все документы и даже, наверное, оформлены какие-нибудь лишние документы на всякий случай. В общем, у них все безупречно, а виноват в этом никто. И вот эта ситуация, конечно, особенно беспокоит жителей этого несчастного дома, в которого, ну, там реально трескаются стены, там руку можно просунуть в щель в стене, но при этом городские власти говорят, что все хорошо, и строить вот этот вот исполинский небоскреб в 10 метрах от рассыпающейся девятиэтажки очень даже можно. И скоро, наверное, они договорятся до того, что очень даже нужно. Ну и напоследок немножко смешного и веселого. Завершив разгром башкирской общественной организации «Башкорт», могучая троица внутренней политики в Республике Башкортостан, я имею в виду господина Кельсенбаева, Бадранова и Мурзагулова, вдруг ощутила себя трехглавой реинкарнацией Салавата Юлаева и начала периодически представать перед широкой публикой в различных образах. То они бегали в черных каракулевых папахах по коридорам Белого дома, то, значит, фотографировались с учпачмаками. В этот раз случилась совсем забавная история. Господин Мурзагулов продемонстрировал фотографию себя дорогого, взобравшегося на игрушечного коня и утверждающего, что даже на таком коне настоящий реальный башкир становится Салаватом Юлаевым. Подозрительным образом грива игрушечного коня была усыпана каким-то белым порошком, и господин Мурзагулов, сидя на этой игрушечной лошадке, устремился прямо в объектив айфончика Ульяны Трегубчак. Но остается надеяться на то, что вся эта веселая троица закончит свой путь примерно так, как закончил его легендарный Салават Юлаев, я имею в виду на каторге и в Эстонии. Если кому-то показалось, что кризис и вот эта вся пандемия не коснулась и нашего канала, то это не так. Мы тоже испытываем определенные финансовые и технические сложности, потому мы особенно благодарны тем, кто помогает нашему каналу финансово, кто перечисляет посильную помощь на тот расчетный счет, который мы указываем на нашем канале. Мы снова и снова говорим вам спасибо и просим оказывать эту помощь регулярно, потому что, ну, надеюсь, что мы вместе делаем какое-то общее и полезное дело.